сегодня бежим уже в Россию. Мы очень все настроены. Это очень важный старт. Мы хотим попасть в призы, так как тут очень хорошие призы. Поэтому мы будем разрывать сегодня эту трассу. Она довольно-таки и легкая, и тяжелая, так скажем. Ну, не, она не тяжелая. Нормально сойдет. Всем привет! Сегодня мы приехали на лыжню России. Бежим в красной группе. Трасса довольно-таки тяжелая. Вот там вот первый подъем. Он очень тяжелый. Главное сегодня не паниковать. Все круто, все классно. Бегу в красной группе, рассчитываю получить удовольствие от этой гонки. Будет весело, думаю.